по уровню вибрации, каким рождается человек? Зависит от очень много от прошлого воплощения души, и вибрация души прошлого воплощения определит, какие родители будут сейчас. И вот родители начинают притягивать душу. Если у них получился случайный контакт, то это одна вибрация. Если они находятся в любви друг к другу, то это совершенно другая вибрация. И от чувств, которое происходит в паре в момент зачатия, определяется окно вибрационное, какую душу притянуть. И такая душа рождается.